А перед началом данного видеоролика хочу попросить подписаться на мой канал, а то видео выпускаются, просмотры вроде бы есть, но подписчики не растут. Короче, если ты до сих пор не подписан на этот канал, то сделай это прямо сейчас, чтобы не пропускать новые видео. Ну и если тебе понравилось вдруг это видео, то поставь лайк. Тебе не сложно, мне приятно. Ну и на канал пацанов само собой тоже подпишись. Ссылки на их каналы будут в описании. Приятного просмотра! И всем привет, ребята! Сегодня мы проходим скилл-тесты. Уже кто-то угорает с моей речи. Ой, как я его понимаю. Так. Да. Со мной Маршмеллоу, Влад и Серега. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. У нас уже трансформации пошли. У нас пока что сборчик. А, ладно, потом спрошу, это сейчас не мне. Так. Уже третья трансформация. Пожалуйста, хашка. Отлично. Да понятно. Смотри, там узенько сверху, видишь? Там флип на узенько будет. Твою мать. Ладно. Это ты, кстати, не нашел карту. Оп. Он у меня спросил, какой хороший автор, я ему говорю, вот этот. О, уже перекладка, пацаны, поздравляю. Это, кстати, медленный флип. А, уже не первое неудачное. А, как всегда. Нет, нужно повыше просто собрать. Там два флипа. Потому что она немного не идеально цепляется. И вот, собственно, Аня. Второй. Аня. Оп. И почти второй. Чё? А, не, ну я проверяю, слышно. Я прошел, взял тебя. И вот начинается узкий флип. Так, попытка номер третья. И нет, не получилось. Это будет сложно. Смогу. Понимаешь, Серега, во-первых, там два флипа, а во-вторых, там будет по тоненькой флип еще. Поэтому не радуйся раньше времени. Ладно, всем спасибо за просмотр и всем пока. Я флипнулся по тоненькой. Ну, не такая тоненькая, она легкая, в принципе. Она как медленная, которая там проходит. В конце что там нужно было делать? Ничего, просто я. Понял, все. Я сделал. Все, прошел. И я прошел, Санька, не дай. Отлично. Опять с тобой. Да я не собираюсь догонять. Мы с тобой опять это по чекам находим друг от друга. А, ну это хотя бы не та тоненькая, которая еще тоньше. Потому что та, которая еще тоньше, это капец. Мне за проблему тут непонятно, когда перекладываться. Что ты понял? Как там второй флип сделать? Тут, блин. То есть после того, как Маршмеллоу тебе говорил, после того, как я тебе это говорил, ты еще этого не понял. Там не тоненькая у меня еще. Тоненькая дальше. Тоненькая дальше. Я до тоненькой мне еще пройти нужно, нет? Он немножко кривой. Блин. Блин, я не тут. Чётенько. Едем вверх. Ну чё у вас там? Тут идеальный флип. Две штуки. Ты умеешь делать идеальный флип? Это как прям в магазине. Идеальный флип. Две штуки. Блин, мог сейчас сделать, но я не умею его делать. Смотри, бери регистрацию смс. Так, ну... У меня уже все удачно, потому что я даже на эту штуку заехать не могу. Было плохо. Во, четко. Понятно. Не, я все, я. Окей. Дальше этого. А что у меня спавнит кривый? Он здесь. А, я понял про что-то. Ты флипнулся? То есть если первый раз флипнулся не очень, второй раз вообще не очень получится. Его надо прям идеально делать. Если еще заехать при этом надо нормально. А кто знает? Это мой друг, да, создал? Блин, я не могу второй флип сделать. Там по ходу дорога из 30-х сделано. Блин. Там нужно идеально прям первый флип сделать. Я зайду, не могу. Да о, Влад, тоже. Хорош, я тоже. Смотри, так берешь. О, как видишь, не получилось. Флипнулся и поехал. Ничего себе. У нас все как время медленно идет, всего лишь 5 минут проходим. По ощущениям уже где-то 15. Флипнулся. Второй или первый? Е, все, флипнулся. Взял чек. Отлично. Ну, не я сказал бы. Извинение. Да, в том-то и дело, ты не знаешь это. Да блин, ну почему она так поздно зацепилась на дорогу?
Нормально с перекладкой. Получилось. Все равно как успей. Не очень. Не знаю. Вторую не получилось, первая получилась идеально просто. Ну блин, ну обидно. Несмотря на не самую лучшую скорость. Ну ты будешь ехать сегодня. Управление прям идеально. Вот опять. Один в один, как вчера просто. Вот она падает и все. Камнем. Давай, держись, держись, держись. Есть, фух, прошел. Как я давно. Ура. Чего? Знал, казалось. Я понял. Я вчера пока создавал это жаловаться. А, идеально, прям ветряк. Я последний раз с Машмалкой играл в гольф. Не так давно. Да, в GTA. Способов в GTA, где еще играть в гольф? Так, что в бочке-то делать? В трубе. Да, я не могу это сделать. Я вот ты уже догнал, а я все не могу это сделать. Охереть можно. Я понял. Я понял. Я умею, но в то же время не получается совсем. Так, Саня, уйди. Тихо, я кручусь в кольце, не мешай мне. Окей, вниз пока убрался. Вот, да, давай, сейчас я уеду, погоди. Давай, уезжай быстрее. Сейчас я. Так, я уеду. А, ты уже в другую сторону? Да. Отлично. Да, еще флип, очень отлично, который я не сделал. Так. Нет. Зачем там флип? Зачем? Нет. Ну тут гораздо же ее развернуться, блин, задом же поехал же. Да, я прутики. Я падаю, я могу тебя сейчас сбить. А, ты снова по этой едешь? Куда я еду? Вниз падаю, да? Не, я ненавижу. Вот это вот тут немножко. Там одно. Так, я развернулся. Было. Там погоди, вот, нет, пожалуйста, я развернулся только что. Я снизу еду, у тебя я есть. Я сверху. Оп, привет. А ты передом вырезался или задом? Задом. Ну, флип, конечно, не получился. Чё, Серёг? Говорю, а я один такой здесь. Да, про тебя все забыли уже пока. Я не забыл. Я в него. Я Серёг, я в тебя верю до сих пор. Да. Ты смогёшь. Мне не получается задом. Не знаю, где ты там, не знаю, что ты там, но ты смогёшь. Мне вообще... О! Видел меня? Да. Мне вообще не получается флипнуться. Я не знаю, там, видимо, труба из однушки сделана. Я... Все, я... Это мой чек. Я здесь застрял. Это моя гора. А ты прошел лагерь? Пока да. Да, прошел. Не мог полегче карту запустить? Оп, все. Ну, нахерать. Сорян, какой запустил, такой запустил. Ёлки-палки, а куда тут? Я туда еду. Рандомно. А чё тут? А как тут? А, я понял, чё тут, походу. А, всё, блин, а... Твой любимый попал. Элемент, Маршмелка. Узкий флип? Да. Отлично, я его люблю. А ты идёшь, что? Я же сказал, твой любимый. Тут не такой простой, я тебе так скажу. Блин, на прошлой карте был легче. Ну так... Да, пацаны, кстати, мы до этого... Пацаны и девчонки, зрители моего канала. Мы до этого по приколу просто включили пример такой же карты, но немного другую. Где тоже был узкий флип. Но он был немного другой, и немного полегче был. Я ее за 6 минут осилил, а Саня за 16. Не. Да как? Нет, это неправда. Нет. Побыстрее, чем 16. Я чек взял, прикинь. Поздравляю. А я паузненько флипнулся. Воспользуйтесь. На самом деле, да. Ребят, тут маршмелло сам скилловый. Нет. Врет. Скилловый бот? Да, скилловый бот. Нет. Я Влад и Серега, мы просто это... Люди, которые не умеем это все проходить, но зачем-то проходим. Они захотели острых ощущений, включая Серегу, вот он самый такой важный захотел. Ай, блин, нет, не получилось. Ну блин, не получается переложиться нормально. Охренеть там. И что там дальше, погоди. А, там не видно что-то. А, во, видно. То есть это, потом флип, дорога, флип, да пошел он нахер. Я все. Флип, дорога, флип, да пошел он нахер. Да тут жопа.
тут нифига. Блин, ну почти, ну чего она соскочила-то, блин, а? Ну идеально же прошел, ну блин, ну не... Я нижний флип в трубу не умею делать. Да понял, я никакой нижний флип не умею делать. Я... Да блин, я не могу этот флип пройти, как ты его прошел вообще? Я медленно проходил его. Я не понимаю просто, когда вы прыгнете. Ну, когда ты видишь, что начинается поворот, тогда и слегка так на медленной скорости, так оп, переваливаешься, тебя может ее занести, и ты поедешь. Типа еду, но не еду. Ну, я сказал, как у меня было. Да блин, я не могу ее пройти. Я не знаю, бля, как это пройти серьезно не получается. Stay tuned. Здорово. Наконец-то. А, флип. Там флип дальше, да. А, ну он легкий. Ура, наконец-то, блин. Сейчас я буду угорать, если будет фейл на этой штуке. На спиральке. Но на ней фейла нет, поэтому... Так, это проехали. Все, наконец-то, блин, прошел. Как... А, я понял. Оп. И что дальше? А что в трубе делать? Это было легко. За исключением идеального флипа, где ты сидишь. Что в трубе делать? В трубе? В какой трубе? Сейчас посмотрю. А большой, нет. Такой широкой. Там, короче, спустись вниз, там заезжаешь на узенькую штучку, с нее флипаешься в трубу, едешь в обратную сторону, флипаешься, чек. Вот, видишь? Дальше. Вот, я вижу. Я уже объехал ее несколько. Крутиться сколько хочешь, потом это флипайся в белую трубу и в обратную сторону езжи. Ёб твою. Ну легко делается, фигня. О, все. Ладно. Теперь а где черненько, я ее не вижу. Выезжай наверх. Не черным, в трубу. А, все? Вот. В трубу. Ну немножко не так, да. Я теперь знаю, какие мне надо элементы делать против Влада и не делать на них лайфхаки. Идеальный флип. Да ты это против всех можешь делать. Выезжай. Так, теперь покрутись, стой. Покрутись просто, смотри, где выезд будет. Вижу. Ты выезжаешь опять заранее. То есть не прям, когда вот идет стык с трубой, а заранее чуть-чуть. Вот уже. Ну только, ну, скорость больше. Не такая скорость. Ну извини, блин, план зови. Ну ты понял, где надо выезжать. Я понял, где выезжать. А за лавхач там можно или нет? Я думаю, не получится. То, ну, первый флип сделать, со второго долететь туда. А я не знаю, я не пробовал. Там где-то там недалеко чек, да? Ну посмотри, камеры покрути. Доехать еще нужно, не? Я не знаю, посмотри. Так, где эта перекладка грёбаная? Вот она. Я... Спасибо. Там что-то стоит. Идеально не получилось. Идеально, я откликнулся и все. Сейчас дальше дойдешь. Я хочу научиться делать нижние флипы, но я так и не понял, как это делать. Ну там просто. Не так уж просто, ну, я тебе так скажу. Просто. Ну там, получается, перед тем, как флипнуться, тебе надо впустить газ. Тут с линии центра, блин, не видно, это сложно перекладываться. Или вправо. Флипнуться, один флип просто. Там сложно, потому что точки центра не видно. С ней как-то полегче. Ну вот, выпрыгиваю примерно, не знаю. Не говори. Сейчас. Я же сказал, когда надо. Да потому что у нас задержка. Нет. Наверное. Так, ну давай, попытка номер до хрена. Вот примерно первые полтора. Ура, вот ура, уже блин, поздно. Наконец-то. Ты поздно взял. Пойду посмотрю за оп. Этим. Ай. Как всегда. Ты в трубу заехал? Прекрасная перекладка может скраситься некрасивым заездом. А что там? На волрайт. Да я в волрайт прям резался. Самый мой вверх. О! Где-то эти смотри, как штучки поднялся. Сложные. Прикладка, как надеюсь. А, перекладка будет. Я ясно.
А, через низ, говори. Через ясно. Вверх, вверх, вверх. Ну, я попробовать хотел через низ. Там стык. Вдруг лучше получится. Так, тут флип будет или... А, перекладка. Почему? Почему не получилось, как всегда? Он вопил. Ай, блин, зачем столько скорости набрал? Второго раза я по нему флипнулся. Хочешь открой секрет? Ты уже с третьего листа, или тебе... Не, о, просто мне как-то по барбанскому какой-то прошел, потому что, блин, нахрен мне это значит. Похвастаться. Я решил похвастаться. А что это за город реально? Какое у него население? Да, не знаю, маленького очень. Ну, примерно. Ты хрен его знает. Ты сам оттуда, наверное, да? Нет, если бы я был там, я бы о, забыл. О, ура, прошел. Хрен знает, убей, ты все равно там финиш страдаешь, все у тебя финиш. Она далеко от Ленобласти. Чуть дальше Сергеева посада. Чего? Чего? Чуть дальше Сергеева посада. Ну, так, пацаны, все, прошел это. Че, пацаны, финишируем или нет? Да, 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 да. Влад, погоди, ты здесь? Посмотрим, где Влад. Влад, Владислав. Влад играет на Лефи Самп. Он с микрофоном играет. Да. Финишируем? Фу, сдался. Фу. Финишируем, Влад? Да, он сказал финишируй. Окей. Ага, финишируй, спасибо. Это ладно. Ладно. Все. 38 минут. Понадобилось. Что пройти под карту? Че будет обидно, если они сразу же пройдут? Ну, Серега, челлендж. 7 секунд. Ну ладно, кстати. Влад нормально прикладывается. Но чуть не хватает прям. Все. Карта пройдена. Да, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на канал пацанов. Ставьте лайки. Под моими видосами, под их стримами. Ссылки в описании на их каналы. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, всем пока. Всем удачи. Всем пока.